Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy Note 10. И в этом видеоролике мы покажем вам, как на этом телефоне поменять название устройства в сети. То есть, как сделать, чтобы этот телефон в сети показывался под другим именем. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки этого телефона. В настройках пролистываем в самый низ до пункта «Сведения о телефоне» и переходим в него. Дальше здесь мы видим название нашего телефона на данный момент. Нажимаем «Изменить». После чего мы можем написать возле названия нашего телефона или стереть наше название и написать там что-то еще. Я, к примеру, допишу к названию Hard Reset Info. И теперь мой телефон во время подключения по Bluetooth, Wi-Fi, во время раздачи мобильного интернета будет выглядеть и называться именно так. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!